Операция номер 7. Стеклянные дома. Операция по поимке Канга не принесла никаких явных зацепок на Доуза, если только Бумер не найдет пару-тройку улик в скачанных файлах. Так, то есть особо ничего мы не поимели после первой операции. Ага. Значит, сейчас будет все дальше. Искать будем следующие улики, зацепочки. Доуза надо наказывать за все то, что он натворил с нашими копами. Оценивайте окружающую обстановку, если шансов выиграть бой с противником мало, пробуйте другие. Так. Ордер на арест у нас выдан на Бриллера, Камерона и Томаса Марвина. Расскажешь нам что-нибудь новенькое? Тебе правда интересны технические штуки, которыми я сейчас занимаюсь? Нет. Уже кое-что. Что это? Приглашение на вечеринку. Отправлено Кангу. Еще интересный список получателей. Наполовину из них я работал. Написано, что вечеринка на горе Олимп. Кот, что ли, какой-то? Хочешь верь, хочешь нет, но это район. И тусовка сегодня вечером. Мы с Хай проверим. Ты как за? Не очень тусовки люблю, но... Так уж и быть. Секси. Поедем на тусу. Все, пошли, скоро рванет. Где ты взяла эту штуку? У Бумера. Он работал с несколькими грабителями банков. Попробуем проникнуть туда, но не через парадный вход. Если мы хотим проникнуть туда, нужно все делать скрытно. Так чей это дом? Нила Руарка. Стрёмный чувак. По уши в наркотике. Так, пистолет. Ствол. Пламенгаситель. Компенсатор. Так, выберем тогда ствол. Глушаком. И оружие. В общем, тот, кто не прочь бы проспонсировать охрану Доуза. Я так думаю, у него серьезная охрана, поэтому... Я взяла это. Насчет тревоги не волнуйся, сеть отключена. Это просто аварийное освещение. Электричества нет. Поверь мне, Бумер знает свою работу. Теперь надо придумать, куда поставить жучок. Бумер сказал, полно народу ехало навстречу. Давай поищем конференц-зал или кабинет какой-нибудь. Сюда. Мне кажется, или здесь слишком тихо? Если стрелять не будем, то да. Кто-то несколько раз менял наклейки с номерами на фургоне. Yeah.
Что за ушлепок может жить в таком месте? Богатый ушлепок. Богатый голливудский ушлепок. Ага. Сверху. К черту этот дом. И виды из окон. Это твое первое ограбление. Ага. Стой, слышал? Встреча же через 2 часа, да? В сообщении Канга так было написано. Куда нам поставить жучок? Порядок. Окей, жучок на месте. Валим. Ой. Черт. Давай. Свет включился. Пришлось врубать генератор. Я просто думал, что в полночь. График изменили. Прошу, проходите, господа. Располагайтесь. Я думал, Канг должен быть здесь. Канг не придет. У него жена приболела. Ей всего 25. Какие там болезни? Канг больше не в деле. Официально. Именно поэтому мы собрались раньше. Я думал, ты должен защищать его. Мы обеспечивали несколько уровней защиты. Кто его убил? Ты? Я в этом не участвую. Господа, сядьте. Заткнитесь. И дайте ему договорить. Знаете, парни, это не так уж и сложно. В Майами мы примеряли таких ушлепков, как вы. Все дела решали только так, переговорами. Так вот, нам не нужна твоя территория или продукция. У нас есть своя сеть копов, контрактников и пограничников. Если ты платишь нам, у тебя появляется доступ к этой сети. Я работал в Майами, поэтому люблю видеть, когда наши местные светила начинают думать, как настоящие бизнесмены. Ну вот. А теперь, господа, ожидайте лимузин, забитый лучшими студентками-косметологами Голливуда. Пройдите в бум-бум-комнату. И наслаждайтесь. Бум-бум-комната. Хочешь поговорить об этом? Тот, кто замочил Канга, возможно, мой старый друг. Мне нужно просто поговорить кое с кем. Сегодня позже вечером вернусь. Смею заверить, твои деньги будут храниться в моей святая святых. Вот так вот. Этот ублюдок здесь? Хай. Если вылезем в окно, то сможем догнать его. Забей на Стоддарда, у меня идея. Что? Дай-ка телефон. Там есть что-нибудь важное? Игрушка про конфетки. Если положим этот телефон в один из портфелей, отследим его. Хочешь стащить грязные деньги Доуза, пока их не отмыли? Ага. Хорошо звучит, но ты сам по себе. Что?
Мне надо побеседовать с сержантом Стоддардом. Мы не сможем проскользнуть здесь вместе. Давай, подтолкни меня. Как я мог довериться тебе? Это личное. Личное? Ты помогла Доузу и Стоддарду упрятать меня на 3 года. Это не личное? Извини, что огорчила. Моя мать умерла, пока я был в тюрьме Хай. Боже, Ник. Знаешь что? Заткнись. Мне плевать на тебя. Вот так. А если по-честному? Примерно 95. Так, сделка со Стоддардом. Насколько это серьезно? Рорк серьезно берется. Плохо это. У таких копов чести нет. На этом корабле. Сказал тот, кто жил через. Тебе надо найти Николь. И где это Николь? Долго рассказывать. Стоять! Какого хрена? А, черт! Да ладно тебе, чувак! Че, когда девки-то приедут?
зацени, здесь компактный двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами объемом 3,8 литра. А! Да? Руки вверх! Какого хрена? Вот же херня! Что это было? А? Не с места! Задерживается. Какого хрена вообще? Я же сказал водиле, куда ехать. По дороге Азимандиас, до Азимандиас Авеню, потом налево, прямо до Оушен Вью, дальше на... Messing up.
Let me make it for you. Calling for your money. Let me make it for you. Paper stack, can't more be in the door. I'm the only nigga why the nothing get this party started. Quick calling rapper genius. What has the rappers retarded? Rappers sound like garbage. Found them all crazy bikes. Until I put a hit out on them niggas like. Черт! Вот черт! У нас проблемка. Что это? Не опускай! Совсем крыша двинулась. Выкури его! Смотри! Туда! Береги! Сюда! Эй, сюда! Сюда! Грохните этого полудурка! Достаньте этого ушлепка! Убили его! Береги! Он уходит туда! Он пришел оттуда! Я попал в него! Let me see you rub it. Back it up. Easy does it. Get it easy in the club. Back to disruption.
Какого черта? Что это было? Этих ублюдков! Сюда.
Что это я натворил, а? Он ушел сюда! Куда? Достаньте! Пристрели его! Проверьте, тут он или нет! Черт! Грохните его! Он там!
Он там! Возвращайтесь по двору! Сюда! Достаньте его! Черт! Вот дерьмо! Проверим, что это. Берегись! Погонь! Вот дерьмо! А, черт! Вот дерьмо! Посмотрим, что тут!
Отлично. Ты даже понятия не имеешь, кто я такой. Потому что если бы имел, то не стал бы обворовывать меня. А может, мне совсем не страшно? Итак, ты мексиканец, поэтому я полагаю, ты грабитель. А еще я полагаю, что ты не простой грабитель. В этом районе полно менее охраняемых домов, но ты решил ограбить мой. Не могу понять, почему? Эй, хотел проверить себя. Ну тогда продолжим испытание. Я нажал кнопку, и к тебе уже несется десяток укуренных психопатов с автоматами. Теперь страшно? Мне так не кажется. По крайней мере, отсюда. А, да, очень умно. Работаете в паре, да? Скажем так. Снимаю шляпу. Правда. Вам, думаю, вам двоим лучше забрать все бабки, которые только сможете унести, и быстро потратить их. Но купить на все эти деньги золото, чертову яхту... Заткнись! Просто зашла проведать. Отключи тревогу! А, не получается. К тебе идут гости. Черт! Здесь! Заберите его нахер! Расстаньте его! Сюда! Этого сня! Да, надо подосмотреться немножко. Отличная миссия. Стоддарда. Я и не пыталась. Я знала, что тебе понадобится помощь. Спасибо, кстати. Пора идти. Так все-таки, что Доус и Стоддард сделали тебе? Скажем так, я не была тем человеком, кто пользовался своим напарником. Справедливо. Просто, чтоб ты знал. Дело не в том, чтобы убить Доуза. Мне это не надо. Тогда в чем? Для тебя. Что тебе надо? Хочу разорить его. Ведь это то, чем он занимается. Он разоряет других. А Стоддард? А Стоддарда можно просто грохнуть. Думаю, еще подстрелишь его.
Сегодня Стоддарт придет за нами.